должно уже этот ремень собирать. Сейчас скоро клубника пойдет. Первую ягоду увидишь, первую ягоду собираешь, вот когда первую ягоду в рот кладешь, говорят. Старый рот, новая ягода, говорят. Новые ягоды вот. Вот мы тоже попробуем. Здесь мы молимся, там вот, около березы. Трою мы тут вот. Рядом тут Божья Матерь, Шушенова. Там же вот Микола Юма, и здесь рядом с Петров Юма, Куварня Юма и это Тюнимар Серлаш, как ангел-хранитель. Вот. Вот, который приносит полотенце, вот, который молится приходит, они это полотенце ставят карту. Вот на и карту говорят, вот это полотенце на моего сына, пускай, вот, чтобы моему сыну в армии хорошо служилось там, чтобы он живой, невредимый возвратился домой. Или кому-то надо учиться идти. Вот. Мой сын учиться после 5 или дочка, вот, чтобы это Божья Матерь помог ему. Самое главное, вот, значит, Петр Юма у нас это. Тут молится. И на 12 июля все сюда выходят. Женщины в белом, все в платках в обязательном порядке. Мужчины тоже скоро уборят там. Карты у них свой этот самый. Своя одежда у них там белая, теркупш, шапка белая такая, там марийские костюмы там, рубашки марийские, слышь, марийская вышка тоже белая, и шовр, накидка тоже как. У марийцев, принявших православие лишь в 18 веке, и сейчас сохранились языческие верования в богов природы. Верховный бог Юма воплощается в стихиях воды, земли, воздуха и огня. В жертву ему приносят животных, мясо которых съедают участники моления. Под влиянием православия возникло двоеверие, по-марийски «марла-вера» – поклонение и языческим богам, и христианским святым. В советское время общественные моления в священных рощах были под запретом и возродились только в 90-х годах 20 века. Thank you.
Thank you.